अभिश्रुतिकृष्णपदारविन्दयोरखिनोति अभद्राणि च शङ्तनुति सत्यस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् अभिश्रुतिकृष्णपदारविन्दयोरखिनोति अभद्राणि च शङ्तनुति सत्यस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् अभिश्रुतिकृष्णपदारविन्दयोर् শ্রীশিলা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাঠ সুপ্রিম লর্ড ক্যান রিজার্ভ দ্য রাইট অফ নট বিং এক্সপোজ টু ইয়র সেন্স অর্গান কৃষ্ণ ইজ নট বাউন্ড ইনফর্ম বাই ইউ শিলা প্রভুপাদ сказал, что Кришна, он не обязан открыться вам. Он не обязан явить все свои трансцендентные качества вам. Будьте осторожны, Кришна, он оставляет за собой право не быть открытым вашим органам чувств, поскольку все ваши органы чувств, они материально не трансцендентны. Все гуру вайшнавы, они также самопроявлены, чистые гуру вайшнавы, они все самопроявлены. Если они не хотят явить себя вам, то вы не сможете понять их величие, или вы можете понять неправильно. Бхамшидас Бабаджи Махарадж, он часто обманывал обычных людей, или Горкишордас Бабаджи Махарадж, те, кто приходили к нему с какими-то посторонними желаниями. Он спрашивал, почем рис сегодня? What is the value of rice? 1 kg? How much? This way, they like to deprive them. They cannot understand. They are moved, they are hard. Same thing with Supreme Lord. И также с Верховным Господом. Many times I give example. Много раз я приводил пример, что Бхагаван, Верховный Господь, у него бесконечное число энергии шакти, и среди них есть одна особая шакти, это такая шакти самопроявления. То есть, если Кришна хочет явить себя вам, то тогда мы можем его увидеть, иначе нет, невозможно. И таким образом Кришна-таттва настолько великолепна, и тема о Кришне настолько великолепна, если вы сможете понять ее величие, величие Кришна-лилы, если у вас есть стопроцентное самопредание лотосным стопам Садгуру и Вайшнавов, тогда будьте уверены, в этой жизни вы станете успешным. Завтра я буду говорить об этом. This point, very nice point. I was discussing about Abhirbhav Lila, о явлении Бхагавана Шри Кришны. I wanted to speak so much. Я хотел так много сказать, но я не смог закончить. Lack of time. Поскольку времени было мало, я хотел так много всего сказать о Кришна-таттве и прочем. Это очень большая тема, можно, если по милости Гурудева, если они благословят меня, обсуждать эту Кришна-лилу, и если у меня будет достаточно времени, тогда я смогу, поскольку Анантадев для Анантадева бесконечное время, он не может закончить говорить о славе Кришны, даже в бесконечный период времени Анантадев, он всегда воспевает славу Шри Кришны, но он не может закончить ее, поскольку это невозможно, а я простая малая душа, как я могу взять такую ответственность, говорить о славе Кришны? Я могу попытаться, как Шукадев Госвами и те великие Парамахамсы, они говорят, что птицы обычно летают в своем... Птицы, они могут летать на какой-то определенной высоте.
То есть каждый вид птиц, они могут подняться только на определенный уровень. Некоторые высоко могут летать, некоторые вообще не могут там высоко от земли подняться. И вот согласно своей способности они могут летать в небесах, но небеса не ограничены. И поэтому ни философ, ни Бхакта, ни Анантадев они не могут сказать, что они могут описать всю славу Кришны. Вот сейчас закончено. Никто не может сказать так. Господь Хари она бесконечен, и его форма, и его слава тоже бесконечна. Завтра я скажу нечто особое, но сегодня на наставление всей нашей Гуру-варги совершать баджан искренне, чтобы мы могли понять это. У вас должно быть смирение, и в читании Чайтамрити мы находим. Те, кто очень смиренные, для них Кришна то есть те, кто смиренный Кришна, он плачет для них. Когда Санатан Госвами говорит, не прикасайтесь ко мне, я заразный, какая-то чесотка у него была, он говорил, но Махапрабху, несмотря ни на что, он обнял его. А Санатан Госвами говорит, зачем, смотри, я осквернен этой болезнью, но Махапрабху сказал, нет, тело Вайшнава, оно трансцендентно, и оно никогда не оскверняется. И когда я обнимаю тебя, ощущаю запах чандана, сандала, и благовоние исходит из твоего тела. Такой очень прекрасный аромат. Когда я обнял тебя, я почувствовал прекрасный аромат. Ты должен верить. А вы должны верить в чистоту Гуру Вайшнавов, иначе вы не сможете прогрессировать. Чтобы поддерживать чистоту, это значит всегда помнить Кришну. Вот это шлока, с которой я начал. Беспрерывно всегда помнить. Не должно быть никаких перерывов. Мы не можем позволить никогда, чтобы майя она вошла в нас. Не должно быть никакого периода в нашей жизни, чтобы майя смогла войти в наше сердце и осквернить его. Это невозможно. Должно быть невозможным для нее. И поэтому непрерывное памятование оно должно быть. И тогда вы будете чисты. Иначе и также внешняя чистота, и внутренняя чистота также есть. Мы следуем этим правилам и предписаниям под руководством Гурудева, чтобы показать людям, какой уровень чистоты мы должны поддерживать. Но люди не могут даже представить, насколько высоки эти стандарты. Если я скажу вам, вы, как сказать, тоже... Это тяжело понять, но все равно вы пытаетесь следовать этому пути. Вот Магурудев, он говорил, что в Экадыши даже коровье молоко, оно не... сказать, неблагоприятно для употребления, поскольку эти гоши, которые молоко доят коров, то они смазывают их в имя этим горчичным маслом, а, соответственно, это масло как-то оно попадает в молоко. Но еще... Еще кто-то на улице к нам прикасается, мы тоже не люди далеко не факт, что чистые, поэтому это тоже осквернение. И вот даже в Силигурии
Я был на Харикатхе, и тут какая-то семья пришла, отец, мать и сын. Они гирлянду мне принесли, я спросил. То есть я спросил, омылись ли они перед тем, как прийти, а отец омылся, а его сын нет. Поскольку они как бы друг к другу там постоянно прикасаются, то я сказал, что не могу принять мало от них. Но так или иначе, вайшнавы, они чисты, они помнят Джаганатха всегда, но для того, чтобы показать пример, людям нужно действовать таким образом, то есть нельзя там кому попало прикасаться и прочее, ну и принимать вещи, которые как-то законтачены. Однажды Шрила Бхакти Праген Кеша Госвами Махарадж был праздник, они готовили что-то для подношения Господу, и вот одна Матаджи, она очень была, я не могу сказать, что она моя сестра в Боге, она, я думаю, что она моя гуру, то есть она такая очень возвышенная Матаджи, я очень любил, уважал ее, но внешне я очень осторожен, это учение Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура Бхагаватам. И поэтому и вот она была ученицей Шрилы Бхакти Праген Кеша Госвами Махараджа. Она хотела совершить какое-то служение в честь этого праздника. И она какое-то что-то готовила. Ну, в смысле, резала эти овощи. И тут какой-то бавачари пришел, спрашивает. Вы тут помогаете на кухне, а посвящение получили ли вы? Он сказал, что не получил посвящение, но Брамачари выкинул все, что она там приготовила, ну, в смысле, нарезала. А Шрила Кеша, она пошла к Шрила Кеша Госвами Махараджу, и он сказал, что Кришна очень великолепен, он чист, и я могу дать тебе посвящение. Every time. И с тех пор там, seva from her. So pure. И с тех пор Шрила Кеша Госвами Махарадж и Шрила Ваман Госвами Махарадж они принимали служение от нее, настолько чиста она была. Here some point I wanted to discuss. Вот я хочу обсудить здесь. Вчера я хотел объяснить то, что я не успел объяснить. You can remember. Вы можете помнить, что вчера я говорил, что Васудев Махарадж. Васудев это Кришна. А Васудев Махарадж, который отец Кришны, он пообещал Камсе, что будь уверен каждого ребенка, который родится, я тебе отдам. There is one point. Be sure I'm going to give you. So actually. И вот с этим, с этой решимостью, ну, Камса поверил ему и отпустил. И здесь описывается, когда Васудев Махарадж, он дал такое обещание Камсе. That's why I already told you it's a big point. Я говорил уже, что это not only Vasudevji Maharaj, those who are big devotees. Не только Васудев, но все другие преданные, они боятся говорить ложь. Truthfulness is number one quality. То есть такая, то есть, то есть говорят правду, это одно из правил вайшнава. Но сейчас не так, все лгут и не стесняются, а это плохо. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что вот если это одежда, которую вы носите, но имеется в виду то, что брамачари, саньяси или бабаджи или еще что-то, может, Гурудев дал нам не эту, как сказать, одежду, но кто может сказать, что ваше сердце
более или менее чисто, чем мое, это не, как сказать, нет такой гарантии, то есть одежда, она не значит, то есть, но чем больше вы очищаете ваше ум, тело и сердце, и внешнюю чистоту вы должны поддерживать также. То есть иначе вы не сможете быть в непрерывном контакте с Верховным Господом. Почему они хотят всегда поддерживать чистоту? Поскольку они не могут потерпеть никакого перерыва пометования Господа. То есть чистота внешняя и внутренняя, они ведут к непоколебимой, незыблемой пометовании Бхагавана. И поэтому... И поэтому Гуру Вайшнава не так поддерживает чистоту. И вот вопрос, Васудев, он пообещал каждого ребенка отдавать Камсе. Но если он пообещал, то он следует этому обещанию. Но почему последнего не дал ребенка? Он на Кришну понес Гокул сначала. Вот это вы не спросили, почему это. Почему это случилось? Кто-то может сказать? Почему? Кришна, Васудев не отдал восьмого ребенка Камсе. Это что значит, что он его, как сказать, не сдержал свое обещание? Нет. Почему? Хотя внешне выглядит, что да, поскольку это наставление Кришны, Верховного Господа. Если ты боишься, so no problem with иди поменяй меня с тем ребенком в Гокуле. То есть Васудев здесь не виноват, поскольку он пообещал, поскольку Кришна дал ему такое наставление. И таким образом, смотрите. Actually, point is that when Vasudev, another point, Jiva Goswami Pad speaking very nicely. I have no time to discuss. Sometime I can discuss. Времени нет, это подробно обсуждать на день Джанмаштами. Я могу более подробно обсудить. Volumes of Bhagavatam, you know. Еще много Бхагавата нам осталось. И вот когда Васудев Махарадж пообещал, что я отдам тебе всех моих детей, которые родятся, то в этом случае Джива Госвами Пад пишет, что Сарасвати, когда Шишупал, он оскорблял Кришну. Он даже сказал о нем, что он неизвестно от кого родился. Но как бы он вроде ругает Кришну, но с другой стороны, можно это понять как прославление Кришны. Поскольку Сарасвати, она была на его языке и говорила она как бы говорила истину, то есть неизвестно, как Кришна родился, если вы скажете какому-то человеку, человек смертельно обидится, но Кришна Аджа, он вечен, то есть у него нету. Как он рождается, как бы неизвестно. So this way, you see, when Vasudev Ji Maharaj speaking, I can give you all, you know, is to you. Когда Васудев говорит, что я отдам тебе всех детей, то Джива Госвами Пад говорит, что Сарасвати, она сказала правду. Sarasvati speaking this way, I can give you up to seventh issue and eighth issue not. Что до седьмого ребенка я отдам, а восьмого нет. This shloka I can split up and so according to grammar. То есть если разделить эту шлоку согласно санскритской грамматике, можно
понять, что до седьмого он пообещал отдать ребенка, а восьмого нет. Во время Вритрасвы, когда его призывали, мантру не произнесли, и значение поменялось. So it's very nice language. Sanskrit is so super fine. Sanskrit means Sanskrit. This word means reformed. Великолепный язык. Буквально означает очищенный. То есть такой чистоты, как в санскрите, ни в каком другом языке невозможно найти. Это такой международный язык. Sanskrit is the ultimate international language. Even for computer. Язык для всех. Даже для этих операционных систем, вычислительных машин. То есть. So this way, actually, идеально подходит. Actually, I can explain after. Now point is that. Сейчас. King Duswamnu Sadhunam Vidusam Kima Pikshitam Kima Kajam Akadaryanam Dustajam Kim Dhitatmanam. I already explained this to. But dhitatmana means whose heart is, I already told, but still I like to give a reminder. Dhitatmana means whose heart is already значит, locking тот, with Krishna. Чье сердце уже связано с Кришной, то есть то, чье сердце оно находится в лотосных стопах Шри Кришны, и они не боятся. Подобно тому, как вы можете вспомнить, что so you can live anything. Что чьи сердца, они находятся в лотосных стопах Шри Кришны, они могут отказаться от всего, они могут оставить все, как Бхарат Махарадж, Парикшит Махарадж, они были сказочно богаты, они повелевали всем миром, но они с легкостью оставили все это. After that, I go to the point I was discussing about how Krishna took birth. After that, how enjoyment going there? So after that, I forget to speak something about Baldev Abhibha. It's a big point. Вчера я не успел сказать о явлении Балдева. Это очень такая сокровенная лила. Здесь подробно не описывается, поэтому я не сказал. Но я думаю, что нужно сказать что-то о его явлении. Во Вриндаване я говорил уже об этом. So I should start touch this. I must touch this point here. There is a big fighting going on there in Vrindavan. Во Вриндаване спор идет до сих пор о явлении Баларама и Кришны. Because when you see, поскольку когда вы видите явление Баладева в Вайшнавском календаре, то есть можно видеть день явления Баладева и через какое-то время. You know, Janmashtami. Janmashtami. Right? Правильно. There is not such a big gap. Нет такого промежутка большего нету. То есть это эти даты они достаточно близко. Maybe 15 days or 14 days. Может около двух недель примерно приблизительно. Now those и в Раджаваси они говорят, что Баладев родился за год до Кришны. That's why they never understand this. Поэтому они не понимают такую сиддханту, они спорят все время. We speaking not that. Мы говорим, что нет. Нет такого большого промежутка между днем явления Кришны и Баларама практически в одно время они родились. Они спорят, что нет. Баладев он старший, поэтому ну что старше. В Бхагаватам описывается, что Кришна и Баларам они оба. Они играли во дворе Нанды Махараджа. И вот вопрос возникает, что если этот Баларам был бы на год старше, то в то время, пока Кришна еще ползал, он уже должен был ходить по идее. И почему в Бхагаватам тогда описывается, что они оба ползали во дворе Нанды Махараджа, и сейчас, если... He has some calculation. Если посчитать, то выяснится, что тогда Баладев он явился в чреве
Деваки Ма, то есть он был седьмым ребенком, и в то время Баладжи Махарадж coming and entering into the womb of Деваки Ма. И вот он явился в чреве Деваки. Деваки Ма and staying there for seventh for up to 7 months. И находился там 7 месяцев. И через 7 месяцев, когда 8 месяц начался, то наставление было такого йога майя, чтобы она переместила его в чрево Рахини. И во всех писаниях мы знаем, никогда не слышали, что Баладев Девакинандан, мы не слышали такого. В писаниях никогда не говорится, что он Девакинандан, мы не слышали. С Махабхараты в Пуранах везде. Все знают, что он Рахини Нандан. И как тогда понять, какова Сиддханта в этом? Мы не можем понять до седьмого месяца, до полностью седьмого месяца Баладев, он Анантадев, он Санкаршан, он был в чреве Деваки, хотя в Писании говорится, что он единственный сын Рахини, как это возможно? И вот сейчас я вернусь к истории. В то время в Пуранах говорится, что когда Камса Devukan Vasudev inside jail. Он посадил Деваки Васудева в тюрьму, поскольку когда Камса услышал, что восьмой ребенок Деваки убьет меня, и поэтому Камса он Деваки Васудева обоих посадил в тюрьму. И тем временем система такая была, что если какая-то жена хочет служить мужу, то Камса, он как бы пускал их в тюрьму, поскольку у него еще 8 жен было. И среди них Рахини одна из его жен. И Рахини иногда ходила в тюрьму, чтобы служить своему мужу Васудеву. И вот вопрос, что тем временем Рахини и Деваки, они были беременны, обои, никто об этом не знает, это такая сокровенная Сиддханта, они уже были беременны, практически на одном этом стадии беременности находились, и вот... Then Kamsa can take both of them and throw. Ну и Васудев подумал, что если они обе родят, то Камса он обоих может убить, и он дал совет Рахини, что лучше уходи отсюда, иди к моему другу в Гокуле и живи с Яшодой там. Jasoda. For me, mother, not for him. I'm speaking out of love. To go to Jasoda and Nanda. И вот он отправил ее к Яшоде и к Нанде. И вот когда все жены там, они... То есть одна была с ним в тюрьме, а другую он отправил в Гокулу, чтобы она так ушла, чтобы ее никто не видел и там жила. И вот. И также наставление Кришны было: о Йогама, ты должна сделать такое служение, я благословлю тебя. Ты должна взять Санкаршана Баладева и переместить его. This issue, I mean, Balaram, into the womb of whom?
в чрево Рахини. И сейчас вопрос, если если ты ребенка переместить из из одного чрева в другое, то то как эти две сиданты понять правильно. Джива Госвамипад и другие, они говорят то, что когда Баларам явился, Баларам, если явился, значит, это он подобен зеленому свету, что Кришна может теперь прийти. То тогда Джива Госвамипад и Вишванатхакаватипад говорит, что Баладев, Анантадев, он хотел сначала хотел подготовить асану в чреве Деваки, и поэтому Лила Виграха, она переместилась в чрево Рахини. То есть, поскольку без асаны, без Анантадева, Кришна не может явиться в том месте, и такова сиданта в этом. Very nice. So asana without the ground, without the asana, без такого предваряющего действия, без анантадева, Кришна не может явиться. И в то же самое время этот ребенок, он переместился. То есть и поэтому Деваки можно относиться как к матери Баладева, и в то же самое время мать Баладева только Рахини Деви. И другой вопрос в течение. Эти 7 месяцев прошли. И с 8 месяца Баладев Анантадев находился в чреве своей матери Рахини, чтобы родиться. И когда 7 месяцев прошло, то тогда Девы из чрева Деваки, они поменялись. То есть Юга Майяна поменяла их. Что Анантадев там уже был, он уже подготовил место для Кришны, и Юга Майя поменяла их местами. И вот также, и вот то, что Кришна родился на 8 месяце, это странно, поскольку обычно ребенок в чреве матери находится 10 месяцев и 10 дней. Ну, согласно лунному календарю, видимо, хотя здесь не так, здесь описывается, что на 8 месяц он родился, но чтобы одурачить Камсу, Камса как бы не подозревал, что он может родиться через 8 месяцев. Он, удурачить Камсу, Кришна, он родился на 8 месяце, и после этого Васудев Кришна, не Нанданада Кришна, Васудев Кришна, он перенесли в Гокулу, и Сиданту я уже сказал, что когда Васудев этого ребенка положил там, в Гокуле, он не понял, что там два было ребенка, мальчик и девочка, Юга Майя и Кришна. Они оба родились, но Юга Майя, Васудев, он мог видеть Юга Майю. А когда он их положил вместе, они объединились. Васудев Кришна и Нандананан Кришна. И другой вопрос, когда Баладев родился.
I want to cut the siddhanta of the common Vrajavasi. They are not actually. И вот обычные Враджаваси, которые живут в Гакуле, это кто-таки Враджаваси настоящие, настоящие Враджаваси, согласно словам Шрилы Прабхупады, то есть те, кто постоянно думает о Кришне и заняты служением Ему, те есть настоящие Враджаваси. И вот, но те Враджаваси, которые живут в Гакуле, они спорят. Что, суть в том, что вот 7 месяцев закончилось, его перенесли в другое чрево и... While the calculation horoscope making, before horoscope making, when the issue not coming out, then you know the father of, you know, who? Father of? And our? Jagannath, no, mother, Sachima. And Nilamba Chakrabarti is thinking, hey, actually, Jagannath is very anxiety, hey, the issue not coming out. А вот и в случае с Махапрабху, когда Джагнат Мишра, когда Махапрабху не рождался в положенное время, то все были озадачены. Но Джагнат Мишра посчитал все и сказал, что вот на Гуру Пурниму он родится. То есть он родился необычным образом, а Баладев, он... тоже необычно родился. Это, практически 15 месяцев он был в чреве, и поэтому он очень силен, очень, как сказать, очень силен, поэтому как Кришна, он как бы не выглядит таким сильным на его фоне. И вот, но поскольку он уже вырос за это время, поэтому он более силен. So, those who are fighting with me in Vrindavan, they cannot prove. Те, кто спорят со мной во Вриндаване, не могут доказать, что обратного, что через год он родился. То есть либо 7, либо 8 месяцев. А Баладев, ну то, что он родился за год до этого, тоже нет свидетельств. То есть 7 или 8 месяцев, и согласно вайшнавскому календарю, можно тоже видеть. You can see almost in a 14-15 days. Практически две недели разница примерно. И вот Баларам старше Кришны таким образом. And another Siddhanta. И другая Сиддханта. В Рамлиле. Лакшман он всегда плачет. Он не мог ничего сказать старшему брату, и Рамачандра какой-либо шаг не принимал, он страдал, но Лакшман не мог ничего сказать, ничего посоветовать, поскольку он младший, и поэтому как бы не имеет права ничего советовать. И поэтому Лакшман всю жизнь он страдал, он плакал, видя страдания Рамы, и он принял решение, что следующая жизнь я рожусь старшим братом, и тогда я могу указывать Кришне, что делать и что не делать. И вот в этом, и теперь в этой лиле, если Баларам что-то запрещает Кришне делать, то Кришна боится его и не делает. И также в читании Чайтамрити говорится, что когда Гауранга Махапрабху Нимай смотрел на Вишварупу, он боялся его. He don't care anybody. Он никого не боялся, ни отца, ни матери, но только Вишварупа. Поскольку Вишварупа он относится к Анантататве. Вишварупа он явился в чреве Яшоды, в смысле Сачимати. Хотя они не отличные, Яшода и Сачима, они не отличные друг от друга в антологическом смысле. Вишваруп относится к Ананда Татве. Вишваруп. Total Visha is, you know, Uru.
ну, одно из имен Анантадева. И когда Вишвамитра оставил свое тело, да значит он слился с Санкаршаном Анантадевом. То есть он не умер. Это неправильное толкование. Кто может сказать, когда Адвайта Гасай умер? Нет вопроса смерти Нитянанды или Гурухари, или Адвайты. Никто не может узнать, когда это случилось. Нитянанда отправился в Кашьяпу и объединился, слился с тем, с Банки Бихари. Банки Бихари? I forget the deity. There's Submar. Объединился с божеством Экачакри. And Janma Mata во Вриндаване, вы знаете, как она тоже вошла в божество Гопинатха. И мы находим каждый раз, что так случается, и Гуранга Махапрабху, кто-то видел, как он зашел в храм Джаганатха, он слился с Джаганатхом, двери закрылись, и в тот Гопинатхе также кто-то видел, что он вошел в тело тот Гопинатха, кто-то видел, что в океан. И вот много споров возникает насчет ухода Гуранги Махапрабху. Ну, а некоторые глупые люди говорят, что панды убили Махапрабху и прочее, то есть это глупость. Они как бы ученые, но не понимают всего значения. То есть они говорят какую-то ересь, не разобравшись как следует в том, о чем говорят. И поскольку Кришна Таттва, она очень обширна. И вот когда я начал говорить, я сказал, что Кришна имеет право и оставляет за собой право не быть открытым вашим органам чувств. Это одна из основных сиддхант. И поэтому все они правы. То есть то, что Гуранга, он ушел, как сказать, вошел в океан, либо Джаганатха, либо в тот Гопинатха. То есть все эти случаи, они правильные. То есть кто-то видел, как он ушел таким, вторым или третьим образом, то есть это все правильно. Мы не должны спорить, поскольку он Верховный Господь, для него все возможно. Он может так уйти через несколько, как сказать, и есть свои лилы ухода разным преданным в разных случаях. И вот Кришна явился, и Нанда Махарадж, он был очень доволен, он раздавал пожертвования браманам, вайшнавам, очень большие пожертвования, и вся Враджа-дама, она танцевала. Я уже говорил о том, что как они были. Ah, that Nanda Maharaj is having some issue, late life, is old, almost young. То есть все жители Враджа, они шли к Нанде Махараджу, чтобы поздравить его с рождением сына. Ultimately you are getting a nice, you know, boy, it's just like a jewel. Что твой сын подобен бриллианту. И там Васудев, в тюрьме он знал все шастры и, соответственно, раздавал в уме украшения коров и прочие подаяния браманам. И вот все оделись в новую одежду и начали раскидываться маслом и пакахоли и прочими молочными продуктами. И все, дорога она стала очень скользкая. Вот раскиданного масла, и кто дошел и падал, подскользнувшись. И таким образом
Нанда Махарадж был очень доволен и тем временем. Very quickly because there's so much lila there, so much siddhanta. I go mad. If somebody calling me to speak Bhagavad Saptah, 7 days, no, I can cry, cannot speak anything. Если кто-то приглашает меня рассказать Бхагаватам за 7 дней, я не принимаю такие приглашения, поскольку Бхагаватам очень за неделю это сложно, очень сложно. Все Бхагаватам изучить. И вот таким образом Нанда Махарадж был очень доволен. И Нанда Махарадж хотел Камсе заплатить налоги. Правило такое было, что Нанда Махарадж сказал всем, что завтра утром мы идем к Камсе, поэтому соберите свои, как сказать, налоги. И на этих бычьих повозках мы поедем. И вот с утра все собрались. And milk, butter, everything they put, and they are, you know, singing song, and with turban and nice clothes, they are going up to Mathura, the kingdom. И вот они собрали все йогурт, молоко, масло и прочее в качестве, как сказать, налогов было. И вот они поехали в Матхуру на бычьих повозках. И вот Нанда Махарадж ехал, но посередине дороги Нанда Махарадж подумал о безопасности. Гопала. Кстати, имя Гопала было позже дано ему, когда он был занят в заботе о этих телятах. То есть, ну, Гопал — это вечное имя, поэтому мы можем назвать его так. Как, например, кто-то говорит «Рада Гопал» — это правильно, поскольку наш Гурудев говорит неправильно. Но и Сиддханта какова? Но кто-то сказал, что это неправильно, но я думаю, это не Сиддханта Верод, поскольку Гопал — это такой открытый термин. Гопал значит, кто-то заботится о коровах. И также я могу сказать, Гопи, Гопал, Го значит, это органы чувств. Тот, кто повелевает своими органами чувств, он тоже Гопал в этом смысле. И в то же самое время другое свидетельство можем привести, что Дамодар, он очень мал, и Сатьяврата Муни описывает. Вот в Дамодараштаке можно найти вот такие слова. Вот Рада Дамодар. И тот вопрос, как, почему он так говорит. То есть Дамодар, он очень мал был, он не мог еще о коровах заботиться. И когда в то время Рада Дамодар говорится, почему Рада Гопал нельзя говорить. Сиддханта вот такова. Во Вриндаване много божеств Рада Гопала, то есть они все, как сказать, ну, авторитетные. Но некоторые думают, что Гопал — это очень такой маленький ребенок, но нет, Гопал — это такой открытый термин. И вот Нанда Махарадж, он сомневается. Now Nanda Maharaj expressing doubt about the security of Gopala. О безопасности Гопала, поскольку он уже слышал о том, что Камса, он очень много проблем приносит для всех. То есть он как давил на всех и беспокоил. И вот он думал, что я пока
What if some kind of, you know, что будет, если что-то случится там, и поэтому он стал молиться Кришне, не тому Кришне, своему сыну, как сказать, такому, другому Кришне. То есть они молятся Кришне, чтобы он спас их, спас их в каком-то случае. И вот в шестой главе говорится, Шукадев сказал. When Krishna after giving tax and everything, после того, как они заплатили налоги, это с предыдущей главы. Нанда, он пошел встретиться с Васудевом. How Nanda Maharaj developing this kind of anxiety? И откуда у Нанда Махараджа такое беспокойство появилось? И вот он со всеми своими этими спутниками, он пошел, заплатил налоги, потом встретился с Васудевом, это его брат и старый друг, поскольку они от Сурья Сена не происходит, он брат в какой-то степени, но и друг в то же самое время. И вот когда встретился с Васудевом, Васудев, он уже знал, что я своего сына с Нандой оставил. Он, хотя он детально об этом не говорил, чтобы ничего плохого не было. И Eka Vasishta Baraja Kanya Sapi Divangata. И вот Нанда Махарадж, он плакал, он жаловался своему другу Васудеву: «О, я очень не очень неудобно перед тобой, поскольку все твои дети, их всех убивал Камса, и последние». И девочка последняя была, ее тоже Камса забрал и убил. А другая Сиддханта в том, сокровенная Сиддханта, никто не говорит о ней, что там описывается, что деваки, она рождала каждый год ребенка, и Кришна был последним ее ребенком. И Канья была одна девочка, Деваки родила ее, но никто не говорит об этом. И это Йога Майя, дочь Яшоды, она не дочь Деваки. И говорится, что каждый год Деваки она рождала одного за другим детей, и потом девочка родилась, ее имя было Субхадра, но никто не говорит об этом. Не пытайтесь понять правильно. И вот Нанда Махарадж говорит, поскольку Нанда Махарадж, он вот Йога Майя, чтобы украсить лилу, от Нанды Махараджа скрыли этот факт, что одна девочка, это была дочь Яшоды, и он говорит, что твои все сыновья убиты Камсой, как плохо. И в итоге девочка родилась, и она тоже отправилась в рай, на небеса. А то есть Камса не мог ее убить, она приняла, она взлетела и приняла восьмирукую форму.
И вот Васудев говорит, то есть до этого Нанда Махарадж говорил, что «О, мой друг!» Кто говорит Нанда Махарадж из своего глубокого чувства? Мне жалко тебе, что ни одного сына не осталось живых. И вот Васудев говорит. Нехастеям бахутитам сантиутпатас чагокуле. After many first when we и вот когда они встретились, когда Нанда Махарадж со всем своим со всеми спутниками встретился с Васудевом, то Васудев сказал ему: «О, мой друг, не откладывай, иди встретиться с Камсой, отдай ему все налоги и пытайся быстрее идти, вернуться в Гокулу». Почему? Поскольку он сказал: «Я не знаю, но может что-то случиться». То есть Камса, он очень такой опасный. У него нету никакой, ну, не держит своих обетов, поэтому и Камса свое решение меняет на ходу сейчас. Одно сказал, через 5 секунд передумал, поскольку его ум нестабилен. Что те, кто боги, те, кто хотят наслаждаться постоянно своей жизнью, они тоже сумасшедшие. И эти богатые люди, они не, у них нет стабильности в их умах из-за такого желания наслаждения. И хорошо, ты приехал заплатить налоги, заплати и возвращайся быстрее. И Нанда Махарадж, он сказал правильно, и сейчас он подумал: да, мой друг говорит правильные вещи. И поэтому он быстро заплатил налоги и поклонился, и собирался вернуться со всеми спутниками. Но когда он возвращался, поскольку у них они на бычьих повозках ехали, это так, не спеша, время занимает. И тогда Сукадев Госвами говорит в 6 главе. И вот первый шлока в 6 главе. Harim jagam saranam utpatagam sankita. Oh, there can be some you know, problem there in Gokul. В Гокуле может быть какая-то проблема, я не знаю. И Нанда Махарадж думал, мой друг сказал мне, и поэтому, может, это правильно, поскольку Васудев не может говорить ложь, это, поэтому я должен сразу же отправиться назад домой. И вот по дороге назад он переживал, беспокоился, что может что-то случиться, пока меня нету. И вот когда он практически... И когда он уже подъезжал, услышал звуки какие-то странные, что случилось. И Васудев, он никогда не говорил лжи. То есть все, что он говорит, все истина. Он был очень правдив. И Сисунс чачаро нигнанти пуро грамо бржадису. Everywhere, by the instruction of Kamsa, Путана, Путана, running here and then killing all boys. Она убивала всех детей, которые были младше 6 месяцев, поскольку это наставление Камсы, что нужно было всех детей убивать таких. И вот Камса, Агасу, Бакасу и прочие демоны, они все дружили с Камсой.
поскольку в шастрах говорится такие слова. Но что птицы одного помета, они летают вместе. И поэтому такие, Джарасандха, он дружил с Камсой. Ну, в общем, демоны, они с демонами водятся, и поэтому все они подружились. The parts of birds of same feather flock together. He also, you see, I know, Putana now going to, you know, traveling here and there, watching. Who is a boy who is just below 6 months? И вот Путана ходила, так смотрела, кто там младше 6 месяцев и убивала всех. So Kamsena, Prita, Ghura, Putana, Balaghatini, Sisums, Chacharo, Niginanti. Without the notice of anybody, very secretly going here and there. То есть она никого как бы не предупреждала, просто ходила так сама по себе и. Now, actually, by chance, is coming here. И по воле случая она пришла туда. Is coming here, and where actually Khechurje and Kado Petya Putanagku Nandagukulam Yoshitva Mayayatmanam. Pravishat Kamacharini, because Putana is Rakshasi, you know. Поскольку Путана это Ракшаси. Which Rakshasi? They all having some special power. Эти Ракшасы у них особые. They did not getting a plane of 1 lakh rupees. Особые у них совершенство, они могут, например, перемещаться в пространстве. Как ведьмы и привидения, они могут перемещаться на любые расстояния практически мгновенно. И вот сейчас она вошла в Гокул. Gokula Mahasavi Ishanam Govinda Gopika Priyam. This mantra и вот эта мантра каждый день нужно ее повторять. Ну, Паушота Мас, это нужно помнить ее, эту мантру. But nobody doing, going from here and enjoying, you see, this way their life. So this way, you see, Sa Khecharje Kodo Petyo Putana Nandu Gopulam. सा खेचोरिये को मजे सा खेचोरियो सा खेचोरिये को दो पेच्चो पुतना आनंद गोकुलम योशित्वा मयायात्मनम प्राविशत कामचार। He can take any kind of form. He can take. She can take. Вот она могла принять любую форму, даже она могла стать прекрасной как Лакшми. Yeah, so nice, you know, looking. Vam Keshu Bandhyo Vyati Shakto Mallikam Brihat Nitam Vastano Pritcha Madhyamam Suvasasam Kampita Karna Bhushat Tisholashat Kundalo Manditanan. And very nice, you know, light coming out of his body. It's very glamorous. И она сияла, ну как бы, ну какое-то сияние, в общем, из ее тела исходило, и вот она пришла в Гокул и пошла в дом Нанды Махараджа. Все смотрели, кто она. Так прекрасно выглядит, как Лакшми. Она, может быть, сама Лакшми настолько прекрасна. Nobody can stop her. И никто не мог остановить ее, поскольку она была очень прекрасна, привлекательна. То есть ракшасы, они занимаются черной магией, и они могут так
ослепить вас, и вы будете одурачены их магией, но чистые гуру вайшнавы, они видят все как есть. И вот они пошли в дом Нанда Махараджа. И когда Рахини и Яшодама, они посмотрели, кто она настолько прекрасна, и ничего не сказал, зашла в их дом, но она выглядит как Лакшми, они подумали, может, сама Лакшми пришла, чтобы благословить нашего сына. И вот она пошла. В этом, да, взяла ребенка с колыбели, и Яшода Рахини смотрит на нее, думает, что такое. И вот она положила их себе на колени и начала кормить грудным молоком. Но на самом деле, как бы ей было, она пришла с этим, с ядом Калакутом, чтобы во время пахтания океана этот яд Калакут явился, то есть очень такой ядовитый яд. I don't like to speak all in details. Some dirty thing can be there inside the heart of somebody. Can take advantage anyway. So you see, Kalkut beast, poison, and now giving breast. И вот она с этим отравленным молоком, отравленной грудью, она пыталась накормить этого ребенка, и вот Гопал сделал вид, что он как бы пьет это молоко, но Гопал, он маленький, но он все знает, и вот Путана пришла, он знает, что Путана пришла, чтобы убить меня, накормить отравленным молоком, и Гопал, он решил, что он даст ей очень высокое положение. И что Гопал сделал вместе с молоком? Она хотела молоком напоить его. Гопал, он как бы пил молоко, и также жизнь из ее тела хотел вытащить пранавая. И тогда Путана, она потеряла свою силу, ей было очень, очень больно, так много боли, она начала плакать, и эта черная магия, она рассеялась, и она уже приняла свою изначальную форму. И вот следующая шлока. И Шукадев Госвами говорит. Тасмин станам дурбиджаро. It is written. Тасмин станам дурджаро бирджамулбанам. Горан горан камадайо сишор. Дадоу атха. Ар гадам карабьям Бхагаван прапиджо твам прани шамам. Рош шаман нитапаба. And small Gopal become very angry. You coming to beat me, feed me poison? Become very angry and very powerfully sucking milk, breast milk. And начал гарам очень быстро пить молоко и вместе с молоком жизнь ее. И он схватил ее за грудь и не отпускал, и тем временем Путана, она приняла свою изначальную форму и начала кричать. Яшода и Рахини, они смотрели и думали, мы думали, что это Лакшми, а оказалось Ракшаси. И вот она начала кричать. Вот и такими словами. Оставь меня, она начала кричать, плакать, но Гопал сказал, о мать, если я кого-то схватил, его не отпущу уже. Он сказал, о мать,
You catch me. Схватила. When I catch you, I'm not going to leave you anymore. Ты меня схватила, еще можешь отпустить. Но если я тебя схватил, я уже никого не отпускаю. All sweat coming. Then Jastama, Rohini almost faint. Вот еще Дарахини, они когда увидели это, они испугались, что это опасно Ракшаси. Мы не поняли, еще Дарахини, они не знали, что делать. И так или иначе, так Путана вышла из этого дворца Нанда Махараджа и упала. В поле, поскольку она очень большого размера была, поэтому есть Путанакал, такое место, место Путаны, как сказать, яма. Путанакал называется, и Путана лежит там, и ее рука одна до хатраса протягивается. Это такая железнодорожная станция. То есть посмотрите, каков, каких размеров она была огромной. И вот эта Ракшаси так умерла. И Гопал был маленький, он был на ее груди, играл там. И все Враджаваси начали кричать. И тем временем, когда Нанда Баба пришел, он видит, что что-то не так, и Враджаваси тем временем начали рубить ее на части, чтобы как-то чтобы сжечь ее, потому что она большая, ее, в общем, разрубили на куски и сожгли. И когда ее сжигали, но был запах чандана. Как это возможно? Путана, она, когда ее разрубили на части, и когда Нанда подъезжал домой, то что-то смотрит, что-то не то. И вот Враджаваси не забрались на грудь, Путаны сняли оттуда Гопала, Яшодама отдали Яшоде, она плакала от счастья, что мой сын чуть не умер, и по милости Кришны он спасен. Как-то по милости Кришны он спасен. И таким образом Яшодама и Нанда Баба, они очень... И после этого они совершили ягью. Положение коровы более возвышено, чем положение Кришны. И вот они совершили какой-то обряд с помощью коровы, и с помощью корового хвоста обрызгали все святой водой. Шанти, вот это. Гомитрено снапайтва пунор гуража сварвакам ракшан чакрусча ан са критва дадас ангейшу намави in different 12 parts of body. Различные 12 частей тела. Ракшан чакрусча са критва дадас ангейшу намави. How they are doing? How they are doing? И вот, что, и вот так, такие мантрами они они вот очищали Кришну Кришна мантрами с помощью коров, производных. This way actually, this problem is somehow over, and again another problem happened. I'm speaking in gist actually. Вот когда это все закончилось, я кратко буду говорить, поскольку времени у нас мало.
И потом следующая проблема случилась на день рождения Яшода, Рахини и Нанда Баба, они организовали праздник, пир в открытом поле, они пригласили всех брахманов, вайшнавов, раздавали сладости. Но они приготовили много сладостей, и вот кто заел, танцевал уже. И тем временем Гопал, я имею в виду Кришна, он был под бычьей упряжкой, в смысле упряжкой без быка. Она была перевернута, под ней было много всяких горшков, и Гопал там оказался. Люди, которые были на этом фестивале, они разговаривали между собой, его как бы не замечали, и вдруг увидели, что этот шакат, он взлетел наверх и упал. И все начали думать, что же случилось. И вот эта повозка, бычья повозка, как это Шакатасур был, по наставлению Кришны, он пришел, чтобы убить Кришну, но Кришна, он маленький мальчик, у него такая маленькая ножка, но он пнул эту тележку, она подобна теннисному мячику, она взлетела высоко и упала и умерла. Шакатасур, в форме тележки, точнее, он умер. Потом Тринаварта. И все это в доме Нанды Махараджи, где Яшода держала Гопала на коленях, целовала его и кормила молоком. Ну, смотрит, он очень тяжел, я не могу его на коленях держать больше. И как это возможно, что этот маленький ребенок стал очень тяжел? И лучше его поставлю на землю, его поставила на землю, и ветер начал дуть, и так сдул его, и поднял наверх. И тут начался ураган, и она не могла ничего видеть из-за тьмы, и пыли в воздухе, и думала, куда же Гопал ушел, и она начала плакать от беспокойства, и после этого Гопал так, он взлетел на небеса, и потом, поскольку Тринаварта, он схватил Гопала, и Гопал, он тоже схватил этого Тринаварту. И вот Тринаварта, он уже не мог дальше лететь, и вот он упал сверху вниз, с небес, с очень высокой, с большой высоты он упал. И Тринаварта, он умер таким образом. И вот разные проблемы одна за одной приходят в жизнь, его жизнь. Как же защитить от него? Так много кавачи сделали, иностранцы носят нарисимха кавачи. Почему? Чтобы Нарисимхадев им служил, мой Гурудев смеялся, что мы хотим так дать служение Нарисимхадеву, что Нарисимхадев нас защищал. Мы будем заниматься всякой ересью, но Нарисимхадев, ты, пожалуйста, вот, позаботься о нас, поскольку Нарисимхакавач не отличен от Нарисимхадева, говорится. Бавит своем, это очень опасно. Лучше вы будете читать Нарисимха Кавачу, если будете совершать Кришна Баджан, то еще лучше. Но если вы думаете, у вас есть какие-то враги и прочее, то повторяйте Харинам, поскольку Шаранагати – это лучшее решение всех проблем. Кришна, он защитит нас. И вот Яшодама, она была очень беспокойна. Нанда и Яшода, они все беспокоились, что же делать, куда идти. Все время какие-то проблемы возникают. И вот однажды Яшода кормила его молоком, и
и смотрел на его прекрасное лицо, подобное лотосу, и Гопал. After that, Yashodama could see that Surya, Sun God, Moon God, or stars, moon, you know, seas, you know, hill, everything there, forest, you know. Just one way. Она увидела все там. Then after that, in the meantime, someday, Луну и прочее. И вот потом Гарбамуни проходил мимо Гакула. Then Nanda Maharaj requested him. И Нанда Махарадж попросил, принес ему свои поклоны и сказал, что ты великий Риши, ты милостиво пришел к нам, и поэтому, если ты пришел, пожалуйста, дай ему имя и такая самскара. Такой ритуал давания имени, и Гарбамуни сказал, что люди могут неправильно понять, поскольку я пуджари в династии Яду, если я буду поклоняться здесь и дам имя на этом празднике, то тогда Камса в Матхуре может подумать, что у меня есть какая-то связь с тобой. И поэтому, ну, Нанда Махарадж сказал, что нет, мы пойдем в секретное место, в Гошалу. Я могу в самый там центр, в самый укромный там уголок Гошалы зайти и там все сделать. И ты можешь Кришну Баларама вот назвать. И? And Astam 8 chapter is written, Sukadev Goswami speaking, number 1, Sluka. Гарго Пурохита Раджан Жадунам Сумахатапа Браджам Джагаманандасу Босудев Прачодита. Actually, Босудев Ji giving inspiration to Гаргамуни. Because Босудев crying is very good. Гаргамуни. Босудев знает, что это мои дети в доме Нанда Махараджа, у меня есть обязанности какие-то, и Васудев он вдохновил Гаргамуни, мог бы ли ты отправиться в Гакул, чтобы участвовать в этом Намикаране, то есть давание им имени. И вот после того, как он принес ему поклоны, он сказал, любой преданный саду Парамхамса, который путешествует здесь и там, если случайно приходит в чей-то дом, то у него нет никаких личных корыстных мотивов, то есть он все делает для блага простых людей, и поэтому никакой корысти нет в их действиях, и те махат, которые совершают Кришна Баджан, они путешествуют подобно Видуре по разным местам, как Видура, он путешествовал по различным местам паломничества для того, чтобы эти очистить эти все места паломничества, не для того, чтобы взять что-то от них, как-то там очиститься, а для того, чтобы их очистить. И вот Юдхиштхир, он говорит так. So mahad vichalanam nirnam grihinam dina chetasam nisyasaya bhagavan kalpate nanyathakachi. So it must be a very secret reason for why you are coming here. И вот поэтому должна быть сокровенная причина, почему ты пришел сюда. And now actually Nandama requesting I can take и вот Нанда Махарадж сказал, я можем пойти в Гошалу.
И там ты можешь провести, провести все очень скрыто, что никто не узнает. И вот Шукадев Госвами говорит, что Нанда Махарадж сказал, что Диджати самскар нужно совершать в течение 8 лет, сейчас 12 лет подняли. Но здесь диджати самскар написано. Диджати самскар, что это значит? То есть имя Кришна Баларам, он мог уже дать имя и в то же самое время это брахманская самскара уже дана, тут описывается. И таким образом Шукадев Госвами говорит, Са чикирсита мева тат чакар нама каранам гуру рахаси балайо. Балайо – two boys. Балайо. Балайо – значит два мальчика. Балайо – two boys. They are going with two boys, Rohini, Yasoda and Nanda Maharaj. They are going to a very secret place, вот Рахини, Ясуда и Нанда Махарадж, они пошли в уединенное место в Гошале, чтобы никто не видел, чем они занимаются. И Гаргамуни, он тоже был там, и он начал вот это, как сказать, свастивача. Но после этого Гаргамуни сказал, Аям хи рахини путто рамаяно сурхидо гунои. Баларам sitting in the lap of. И вот Баларам сидел на коленях Ясоды. Баларам sitting in the lap of Ясода, just opposite. То есть наоборот, а Кришна сидел на коленях Рахини, но Гаргамуни знал все прошлое, настоящее и будущее и сказал, вот он Рахинипутра, он Рахинипутра, как он знает, он знал все, поэтому он знал. И вот Гаргамуни говорит, Акшасвати Рам ити Баладхикхат Балам Видуху. Actually, is most powerful. So is Balaram. Balaram. And he is giving enjoyment to all Brajavasis. Everybody is Ram. And Ram, he gives happiness to all. Raman. You know, I am here, Rahini Putra Ramayana Suhita Gunai. Akshashvate Rameti Baladhikyat Balam Vidu Yadunam Apritak Bhavat Sankarsanam Ushanti Uto. Forecasting everything. И вот он предсказал все, и иногда он, you know, он говорит дальше, что иногда у него есть связь с Деваки. Джадунам апритак бхават санкарсанам ушанти уто. Giving all secret thing, the Roman name, but secretly was pulled. Он знал, что Санкаршан, то есть их поменяли местами, и вот Гаргамуни, он же, вот он предсказал все, он настолько был великим риши. Но этот мальчик кто? Кришна. Он, это вот этот черный Кришна. И Асано варнастрайохи асё гриннато нужугам тануху сукло рактостатапито иданим кришно кришнатам дата. Асано, асано варнастрайо, я, о, Нанда Махарадж, я, о, Нанда Махарадж, он твой мальчик, вот он так много цветов и разных качеств имеет в различные юге. Асано варнастрайохи асё гриннато нужугам тануху. Шукло рата, шукло ракто стата пито. Шукло мин white. Шукло значит белый. Ракто мин. Ракто значит практически красный.
Пита – это цвет горанга, золотой, почти золотой, но сейчас он черный. Сукло рактус татха пито ба иданим кришнатам гатаха. Иданим, иданим at present, но сейчас он принял эту черную форму. Ганашьям. Ганашьям. His name is Ганашьям. So this way, Nanda actually Гаргамуни forecasting вот everything. Гаргамуни предсказал все. So in Сатаюга слух сукло, and Тетаюга ракта, and you know. And this, you know, this yug and dapar yug, black. И в Двапар Югу он родился как черный, а Пита, это Пита значит Пита Варна, это Кали Юга Махапрабху. И Бауни Санти Намани Рупани Часута Сати Гуна Карман Рупани Тани Ахамбаду Бедо Наджана. Бахуни санти намани рупани ча сутасате гуно карман рупани тани ахам педо но жанаха. Nobody knows, only I know. Никто не знает, не знает, только я знаю цвет его тела и качество, поскольку в различных югах он снисходит и являет свои лилы. Эшо басрио Адьясья, Адьясо, яд Гопо, Гокула Нандана, Анена Сарва Дургани, Джуям, Анджаха Тваришката. He is most powerful boy. Он очень могуществен, подобен Нараяне. Almost same with Нараяна. How possible? Small boy? И как это возможно? Он столь мал и... Как это? И... Да. То есть его качество не отлично от Нараяны. Он практически не отличен от Нараяны. И в различные времена ты увидишь, что великие проблемы придут в свою жизнь, но по милости этого мальчика он решит все. By the mercy of this, you know, Aneno Sarva Durgani Jyam Anjaha Splarishvato. You can cross, no problem, very easily. Ya etasmin Mahabhaga Pritim Karvanti Manavaha, any man, any human being. Любой человек, любое животное, даже животное. Здесь говорится, что это не человек. Даже не просто человек, а любое живое существо. Оно может, поскольку Джатаю... Джатаю это... Битазуру not actually human не был человек. Вритрасу он тоже не человек, он дайте. Обибабантетан Вишну Пакшо Пакша Нивасураха. You know, those who are loving this boy, и те, кто любит его, no enemy can никакие do anything. Враги не могут ничего сделать, никакого вреда им. И также те, кто поклоняется, то есть те, кто привязаны к Вишну, никто не может убить, им, убить их, знает наверняка. И твой сын, он не отличен от Нараяны. Заботься о нем очень внимательно, поскольку он подобен драгоценности. И вот Гаргамуни, когда ушел, дав эти имена Кришна Баларам, то Нанда Баба был очень доволен. Он был очень рад. И но если кто-то узнает, что Нанда Махарадж такой большой пир организовал, то
В Раджаваси очень разгневаются. Есть такое выражение «дака пипл». В общем, они недовольны будут и разгневаются, что их не пригласили. И вот поэтому Нанда Махарадж был очень осторожен, но этот его сын был очень беспокойный. Когда он рос, он много беспокойств причинял. Иногда иногда вот он ползал по двору Нанды Махараджа, но когда он вырос, начал шалить. Он шел в другие дома, воровал масло, ломал горшки. Ну, в общем, шалил, воровал молоко, масло, и а если там ничего не было, то просто бил и, ну, этих детей и убегал. И Кришна, он организовал какую-то, как сказать, ну, собрал группу друзей, чтобы они вместе все воровали масло. И вот они планировали, что когда гопи уйдут пасти коров, мы тем временем своруем масло, и так и так. А если они заходили в какую-то комнату, там было темно, то из тела Кришны свет исходил, чтобы они могли видеть, что там находится. И вот ничего, что можно было спрятать от Кришны. И иногда какие-то враждебасы, если смотрели, что Кришна упал и убежал, они кричали, сказали, что стой, ругали его, и Кришна, он поворачивался, смотрел на них и сказал, что я вас тоже накажу. Но когда его хотели поймать, они быстро убегали, и вот так они беспокоили всех. И однажды, не здесь, а в другой Самхите говорится Прабхавати. Вот они говорили, что Кришна не делает его, но Кришна не слушал. Они Прабхавати поймала его. И хотела наказать, что я упускала, и вот наконец-то я тебя поймала. И пойдем к твоей матери, я покажу, что ты воруешь. И она тебя накажет, это очень плохо. И вот это Прабхавати, она так за руку. Повела его к матери. А еще в Раджавате традиция такая, что женщины ходят с покрытой головой, то есть с покрытым лицом, чтобы их лицо никто не видел. Таким образом, они пошли, что я ей говорю сегодня каждый день, и вот наконец-то я тебя поймала. И вот они пришли к Яшоде, к дому Нанды Бабы, и тем временем Яшода и когда она с таким закрытым лицом пришла к Яшоде и начала кричать: «О, Яшода, смотри, я схватила твоего сына, поймала на месте воровства». И Яшода пришла, вышла из комнаты, где? Вот в моих руках. Где? Это твой сын. Не мой, где? Но она открыла.
она сказать, открыла голову и смотрит, что да, это не Кришна, это ее сын. Поймала своего сына на воровстве и говорит, что это мой крадет, ты должна, стыдно должно было тебе быть, его хамовать, что делать, как это? И Кришна вроде поймала, и как это случилось, и вот она опечалилась и пошла назад. И Кришна опять форму Кришну, опять форму Кришны принял и сказал, что, ну что, иди назад. Но вот Кришна опять принял форму Кришны и сказал Прабхупаде, что иди. Иди теперь опять к моей матери жалуйся, а я приму форму твоего мужа, и все будут смеяться над тобой. И, ну, Прабхупада его отпустила, чтобы он, как сказать, не позорил ее. И вот, кстати, Рата Муни, он пишет, что каждый раз новая лила происходит, и сын Нанда Махараджа, он всем, он новую лилу каждый день являет. И вот однажды они пошли в дом какой-то гопи и спрашивали, гопи, что ты делаешь, а зачем вы пришли? Я слышал, что Нарайана Пуджа тут проходит, чтобы посмотреть, ну там внутри заходите, там Нарайана Пуджа проходит. Вот он, и что? Он сделал, и он взял собаку. И пришел и на Сингхасан на собаку посадил и ушел. И так много всяких беспокойств Кришна доставлял. И когда гопи увидела, что there you cannot come out. Every room, in common room you can go. Not at present, we used to. So this way they put, lock. И вот, но они, Кришна, когда зашел, они закрыли комнату, и захотелось в туалет, а комната закрыта, и начали кричать, чтобы открыли, и а Гопала уже не было. И вот так сын Нанда Махараджа очень много беспокойства причинял, проживать. Но в Раджавасе они наслаждались этим, поскольку для этого сын Нанда Махараджа, он явился в Раджадаме каждый раз, чтобы являть новые лилы. Намами сварам сачидананда рупам. Very nice. You can sing this. So in the ninth chapter, one day it is written. Yashoda Ma. В главе говорится, что Яшода Ма однажды. Now churning yoga. Она пахтала, сбивала йогурт, масло, точнее. That Shukadev Goswami watched. И Шукадев Госвами говорит. Ekoda grihoda sisu Yashoda Nanda Gohini. Karmantaro niyuktasu nirmaman tasayam dadi. There is so much men, maid servant and boy servant. Так много служанок было у нее, но все же еще до сегодня она сама делала йогурт. Because engaging all other maid servant and other service, ekoda grihodasishu Yashoda Nanda Gohini Karmantarani Yuktesu for other seva is engaged. И вот она заняли всех в другом служении. And personally trying to make one nice, butter. И она сама делала масло из йогурта, точнее. И вот Шукадев Госвами говорит. И вот воспевая славу Кришны. From childhood, с самого детства Кришна так много лил, являл. Jani jani ho gitani tadbhalo charitani cha dodi nirmanthane kale smaranti tani agayata jani jani ho gitani tadbhalo charitani cha
Дади нирмантани кале смаранти тани агаята. Новом отдай. Нин. Nine chapter. Баслук and second слук. Глава. And while, you know, churning, и вот во время they sing the glories of Krishna, развивает, so many Bal-Lila. И вот во время этого она воспевала славу Кришны. Ее сари, она была очень красива, и волосы украшены цветами. Ее серьги на ушах, они тоже так двигались. And Rajyakarsa Samo Bhuja Chalat Kankano Kundalecha Sinyam Bhaktam Kavara Bigalat Malati Nirmamantho. While in a shirring, then automatically due to heavy labor is getting sweat, and this kundal is earring dancing. Когда она взбивала это йогурт, она вспотела, и цветы жасмина из ее волос, они один за одним начали падать. И тем временем Гопал, он был там, и пока она пела и делала масло, Гопал, он встал с постели и очень с таким плохим настроением пришел к Яшоде, ничего не сказал, просто взял палку. Ну, в смысле, палку, которая взбивала взбивалку масла. Она взяла его, взяла эту взбивалку, и Яшода поняла, что он очень голоден. Она взяла его, начала кормить грудным молоком и воспевать славу Кришны, продолжать. И тем временем Яшода вспомнила, что я забыла молоко, которое на печи стоит. Оно уже сейчас выкипит. Overflow. Jump into fire. This conception given by Sanatan Goswami. I'm not giving. Вот Санатан Госвами говорит, что это молоко, но прыгнет в огонь. Gopal become very angry. Вот Санатан Госвами говорит, Гопал Нандасуну, сын Нанды Махараджа, он почему разгневался? И вот Яшода Нандан разгневался, потому что Яшода она оставила Гопала, что молоко убегает. Поэтому in the meantime, Gopal become very angry. Why? Because now I'm not Gopal разгневался, почему? Поскольку он не был доволен, что мать оставила его, прекратила кормить грудным молоком, просто заниматься какой-то другими действиями. И а когда она вернулась, то она увидела, что Гопала нет, а весь горшок разбит на маленькие части, и вся комната в йогурте, везде этот йогурт. И где же Гопал? Яшодама, она поняла, что он очень беспокойный, обиделся, разбил горшок и убежал. Может, он куда-то находится. Куда-то убежал, и там прячется. И Санатан Госвами дает такое представление. Гопал почему разгневался? Почему он не, потому что он недоволен до сегодняшнего дня, сейчас. И Санатан Госвами говорит, когда Гопал пил молоко с груди Яшоды, то это молоко, оно очень беспокоилось, поскольку если Гопал так много выпьет молока грудного, то он не будет нас пить, и поэтому лучше совершим самоубийство, и прыгнем в вагон, и все в Гакуле, во Вриндаване Чинмой. Я не говорю никакую философию, там все пылинки, любая одежда, и молоко, оно тоже Чинмой. Оно все трансцендентно, оно все живо. И и вот наш Санатан Госвами говорит все правильно, что это особое молоко,
оно было очень неудобно, что оно не может получить возможность служения Кришне, Гопалу, поэтому оно решило совершить самоубийство и прыгнуло в огонь. И тем временем Яшода ушла. Ну и выключила, переставила, Гопала поставила его охлаждаться, вернулась и смотрит, Гопала уже нету, он разбил все горшки, и где же Гопал? Она увидит далеко уже, в другом месте, дом Нанды, он подобен дворцу, там 84 колонны только. 84 камба, чураси камба. If you go, you can make this thing. One, two, three. Считать только. One piece less. Again, one, two, three, four. Again, one less. Когда то меньше, то больше, как их считать? So, you see, их, ну их, кто бы считал, они все время или больше, или меньше. И вот он пошел в другую комнату и ломал горшки, но я давал этот йогурт и масло обезьянам. Обезьяны были очень счастливы, что столько масла перепадет. И вот Яшода подумала, что если я этого мальчика не проучу, однажды он станет очень таким плохим. И она с палкой в руках пошла к нему так незаметно. И вот сейчас... And Gopal is, you know, very clever. Gopal был очень умен. Иногда он раздавал, но когда он раздавал масло, обезьяна посмотрел, мать приходит или нет, поскольку знал, что мать накажет его. И поэтому... give punishment to me. So one time looking back, one time looking back, and give him. Then when Yasodhara could detect that, oh, he is doing there. Ну и когда Яшода увидела, что чем он занимается, и тогда. Jump from, you know, one, you know, udukot. What do you say? I don't know. It only in India you can find one kind of device, udukot. There you go. Udukal, такое устройство есть туда. And you say this way, then all you say you can get rice. Any kind of instrument you see. Village, you can village. Still today you can find. Отделение зерен риса от этой травы с рисом, как она называется. В общем, когда рис, он спит от этой, ну, от травы, рисовой травы, отделяют зерна риса, вот это устройство для этого используется. И вот и Гопал убежал, а Яшода, она была уже достаточно пожилая, и тяжело бежать было, и Яшода, она уже ей надоела все, она не могла его схватить, поскольку так много этих колонн, бегала за ним с одной в другую комнату, и Яшода, она устала, ей уже надоело. И после этого описывается, что когда Яшода, она пошла посмотреть, что случилось с молоком, то Шукадев говорит, То есть Кришна какое-то масло ел, какое-то выкидывал. И после этого, когда вернулся назад, Яшода увидела, что случилось. Я хочу описать это более подробно. Bhagno bilakyo sa sutasya karmo ta jahaso tanchapi na tatra pashyata. Yashoda ma find that the pot is broken. Yashoda, она увидела, что... She could realize that there is the activity of is my song. Все горшки разбиты, то сделал Кришна и... Ulu khalangher upari vyavasthitam markayo kamam dadatam sichisthitam. Already protected butter there, hanging. There's some system in village. Put all butter everything on hanging with rope. В деревнях такая система, что на веревке подвешивают горшки с маслом. So you see,
Улукхалангрир упори вевоститам маркайо камам дадатам сичиститам ан хайянгавам чорджо вишанкитенам вишанкитекшанам нирикша пасчато сутам агамачханай. Then he is looking back. My mother coming or not to give me permission. Смотрел, его мать приходит или нет, и после этого Ясода, она пошла за этим, пошла с палкой ловить Кришну, и она так бегала по всему дворцу, но Ясода не могла поймать его. И когда этот Кришна expressing his mercy, my mother giving so much energy. Он увидел, что мать столько энергии посвящает ему, чтобы поймать его, и не может поймать. Хорошо, я сам поймаюсь. Сам дам ей себя поймать. И вот она поймала его как, поскольку Гопал, он помог ей поймать самого себя, иначе это невозможно было. И когда она поймала Гопала с палкой, Гопал начал плакать. Не бей меня, не бей. Он плакал. Югмам миянтам карамбоджа югмено. А, this slogan. This way. И таким образом Гопал, он тер глаза пальцами, кулачками и плакал. И вот Ясода, она с палкой хотела побить его, но Гопал очень испугался. Then crying, then Yasodama put the stick, throw. So that when he saw that he is afraid of me. Оставила палку, увидела, что он боится ее, подумала, что это плохо, и потом Ясода захотела связать его. И вот она принесла веревку, чтобы взять и привязать его. Но этот мальчик, он был необычен. Она хотела привязать его, но не хватало веревки. Два пальца ровно не хватало. И Ясодама, она другую веревку принесла, опять пыталась связать его, но опять два пальца не хватало. И таким образом Ясода уже не знала, что делать, и собрала все веревки с дома, но все равно не хватало двух пальцев. Шукадев Госвами говорит, there is no inside and outside of Gopal. Что Гопала нет ни снаружи, ни внутри, он бесконечен. No inside or outside, no chantarna vahirya suna purvam na pichaparam. You cannot find the starting point or ending point of Gopal. Нельзя найти, где начинается Гопал и где заканчивается. И Ясода, она хотела связать того Гопала, который бесконечен, Ананта. Но Ясода, она хотела связать его, и как это возможно? И вот Шукадев Госвами пишет. Whole universe, you see, ant. Whole universe. И вот вся вселенная. Gopal is everywhere. Гопал везде. He cannot find his starting point, end point. Нельзя найти ни начала, ни конца его. But that Yasodama wanted to tie that. Но Ясода, она хотела связать этого бесконечного Гопала со своей ограниченной концепцией, и как она могла бы это сделать успешно? И эти два пальца, которых не хватало Санатан и Шанат Чакравати, говорят, что первое – это желание Кришны, а второе – желание преданного.
Если они два, эти две вещи есть, то тогда мы станем успешными. То есть желание Бхакти и желание Бхагавана, желание Кришны и желание преданного, когда они совпадают, то тогда вы можете стать успешными, но не до этого. Шрила Бхактивинода Тхакура пишет много киртанов. So Mataji Ma Yashoda Ma now Feda cannot tie Gopal. И вот Яшода. Ultimately, what to do? Она уже ей это надоело, что она не может связать Гопала. Что же делать? И Гопал подумал, что моя мать так много страдает и он опять вернулся в такое ограниченное состояние, и она смогла связать его. А другую часть она привязала к этому кудукалу, такой прибор для отделения риса от травы с рисом. И вот Сиддханта, которая приводится Шукадевой, такова. Ninth chapter, actually, it is 20 slok. Faster I, you know, speak. Another slok, Swamatuhu, it is written, it is 18 slok. Swamatuhu, Sinno Gatraya, Vistastu Kavarasraja, Drishta Parishramam Krishna, Kripaya Asit Bandhane, 18 sloka. When fine mother is exhausted, then finally out of mercy, Krishna arranged his own bhajan. Вот когда она видела, что мать она уже очень устала, то с помощью из-за своей милости он позволил связать себя. И вот по своей собственной воле она смогла связать его. И Шукадев Госвами говорит, о, какая ваша слава Яшоды. No Babo, Babo in Sankar. Ni Brahma, ni Sankar. Nirincho na Babo, na Sri Rupi Anga Sansraya. Sri Lakshmi. Sri Lakshmi. You are also not getting that kind of privilege. Она, у нее нет такой возможности. Prasadam levire gopi yattat papo, apo, somewhere writing prapo, somewhere apo. Vimuktidat. You know, it's very nice actually. Lakshmi also not giving this kind of anugrah. У нее тоже не было такой милости. А Яшода now going to get this kind of endless mercy from Muktidata Hari. Она от Муктидаты Хари Шри Кришны она получила такую бесконечную милость. And now Яшода is very satisfied. И вот Яшода была очень довольна, она связала Гопала. And also привязала до сня, и Шукадев Госвами говорит. Very nice, Siddhanta. Nayam Sukhapo Bhagavan Dehinam Gopikasuto. Gopikasuto means Krishna. Гопика Сута значит Кришна, то есть контролирует Кришну, это не так просто. Никто не может этого сделать, обрести Кришну, это очень сложно. Йоги, гьяни, они пытаются... Но из-за преданности, уникальной преданности Яшоды, из-за ее любви, Кришна он стал доволен и она смогла связать его, поймать и связать. Когда Кришна он был в таком состоянии, можно вспомнить, что Кувератма, эти два сына Кувера из-за своего ложного эго, они
занимались какими-то непристойными действиями, и Нарада, он был в Гималаях, на берегу реки Мандакини. I can come to this point. Now Krishna, remember the old history. Ah, the promise, you know, benediction of my, you know, Rishiva Nara. Krishnastu griho kriteshu vagrayam atari prahu adrakshit arjuno purvam gujhako danadatmajo. When Mataji putting his son in bondage and again going back to do his own service means is the service of Krishna. И вот когда она связала его, и потом Yashodama going to do some other service, that means in whole связала Кришну и потом пошла заниматься каким-то другим служением. И Сиддханта какова, когда Яшодама и Нанда Баба, хотя они домохозяева, но они уникальные домохозяева. Каждую часть секунды они думают о Гопале. Когда они идут совершать какое-то служение дома, это тоже Кришна Сева, поскольку они не знают ничего, кроме Кришны. И вот Кришна... Finding two Arjun Viksha. Yeah. Arjun Viksha. They actually, previously, Gujjako. И вот там было Arjun Viksha, дерево Арджуна. Они были сыновьями Кубера в прошлом. Пура Нарада Сапено Брикшатам Прапито Мадат Нал Кубера Мани Грибо Ити Викшату Сриянниту. They have so much exclusive affluences, so their brand gone out of order. Somehow they got caught. И вот из-за своего богатства они очень возгордились, и Нарада Муни проклял их. They become tree. И они стали деревьями. They become tree. Arjun Vikha. Arjun. And when they crying, please save me, save us. You know, we are ignorant. You see. Then another one is blessing. Well, in this yuga, and Dwapar yuga, Krishna can come. That time, you too can get free. Not now. Go and take brothers. Nanda Gopur. By the mercy of Nanda, вот Narada, you know, что Narada Muni, they are taking birth as a Arjun Vikha in where? Просили о помиловании. Нарада сказал, что сам Кришна вас спасет. И вот они так родились этими деревьями в Гокуле. И в 10-й песне, в 10-й части говорится, царь говорит. How is possible that Narada Ji was very angry? What kind of wrong activities they have done? Что плохого он сделал, поскольку Нарада никогда не гневается. Вот Сукадева Госвами отвечает: «О царь, смотри». Барунинг мадинам питва мадат гурнито лоучаноу стри жанай рони гаяд вишчеру тупус пидевани. Like king. И подобно царю. You don't care. Они. At the bank of, you know, Мандакиня. И вот на берегу Мандакини. They jump into Мандакини нади. Прыгнули. Они прыгнули в эту Мандакини. And you see, Мандакини нади, and you know some playing with, you know, new. И они развлекались там с какими-то женщинами. И они еще были опьянены. Особый был такой напиток. In that case, you see, their eyes actually running here and there. They cannot understand what they are doing. In the meantime, Naraji Maharaj. И тем временем Нарада мимо проходил этого места.
through that spot and discover. И он увидел, что Нала Кубера. Нала Кубера. Монакри. They actually so puffed up. They don't care that I come in front of them. Они даже не выразили почтения мне. Они еще голые были без одежды. Это Мандакини Нарада сказал, что вы не уважаете меня, я проучу вас, хотя мне не нужно от вас никакого поклонения, поскольку садхуны не хотят этого, но чтобы они следовали правилам и предписаниям, Нарада разгневался на них. Я прокляну вас, вы родитесь как деревья. Арджун Врикша. И они начали плакать, что же делать. Но Нарада сказал, хорошо, родитесь в Гокуле тогда, как Арджун Врикша. И знаете, Кришна придет и спасет вас. So externally we see this is one kind of curse. Это как проклятие, но это не проклятие. In Bengali we say shape war. It seems that выглядит как что Нарада проклял их, но это благословение, больше чем благословение. Иначе как они могли бы получить даршан Кришны? Манигрив и Налкувер, у них нет было права видеть Кришну, как они в обусловленном состоянии находились. Мы можем видеть в Брихат-Бхагаватамрите. Также говорится, что Налкувер и Манигрив, они They're getting service as Nandugram and Sindhukanta. Попали Мадуканта и Синдуканта, их имя было. Они воспевали славу Кришны, там спели. По милости Кришны. И эти девушки, с которыми они были, они им стыдно стало, они пытались как-то одеться. А эти сыновья Кувера, они даже об этом не подумали. Нарада, он проклял их. И вот Нарада сказал, хорошо, вы можете идти. Атмопоммена бхутани даридрам парамикшати. In my life, I have seen. В моей жизни я видел. Very, very poor. Very, very очень, poor. Very, very poor. Очень, очень бедные. Cannot arrange prasadam. Люди даже есть им нечего. Самим даже один раз нечего поесть. I know personally many. Я лично many таких cases, знаю много случаев. In my boyhood also, я когда был ребенком, я тоже видел, что один человек стал очень богатый, он продавал что-то арабам, стал очень богат, и после этого война началась между Индией и этими арабскими странами, но он как-то все потерял и стал очень беден. Он был очень беден, потом стал сказочно богат, потом опять разорился, ему даже не было денег, чтобы два раза поесть. То есть он говорил о себе как очень, ну, богатым, но ну, мы его знали раньше, то что он был бедняком, потом разбогател, потом опять стал бедняком. И также Нарада Махарадж говорит, если вы очень богаты, то вы возгордитесь, можете возгордиться собой, по милости Кришны вы станете бедными, я благословляю вас, поскольку если вы обеднеете, вы вспомните ваше состояние, это хорошо. Но если вы богаты, вы не можете
Если вы очень богаты, вы не всегда можете понять свое положение. И иногда когда кто-то очень, становится очень бедным, то он может понять, в каком бедном положении, плачевном состоянии он находится. И таким образом, Нарада Махарадж говорит, смотрите, но те саду, они, у них нет никогда такое пристрастие к чему-либо. You know, sadhunam samajittanam mukunda charanishinam. Those who are serving the lotus feet of Mukunda, usually they are impartial. They never express anything. Они не выражают никакого ложного эго, ложной гордости, но все же те, кто богатые, они не могут. Обычно саду они никак не контактируют. Вот пытаетесь зайти в какой-то дом какого-то богатого человека, там может быть какой-то охранник спрашивает, куда вы идете, что вам надо, вы запишите в журнал там, прочее, пятое, десятое, поэтому саду обычно. И обычно такие бедные люди, которые стали богатыми, с ними в контакты тяжело как-то прийти. Но те, что значит бедный человек? Бедный человек, это не значит, что у вас нет денег или еще что-то, это другое состояние. То есть, когда вы не удовлетворены своей жизнью, вот это и зовется состояние бедности. Даридро жасту асантушчо кипану то ажитендрия. He is Даридро, he is poverty stricken. He is poverty stricken, he is very poor. If he is expressing always greedy. Он, кто всегда жаден, не удовлетворен, хочет больше, еще чего-то, тот не удовлетворен своим положением. Асантушчо, dissatisfied, still today. То есть, да. Но тот, кто всегда не удовлетворен, а кто доволен, кто полностью удовлетворен. Сукхам асти вирактасья муни эканта дживана. Те муни саду, они очень довольны все время, они находятся в трансцендентном блаженстве. Те, кто аджитендрия, те, кто не имеют контроля над своими органами чувств, они бедные, Кришна говорит. И таким образом, смотрите, Гопал мог вспомнить, что долго, давно эти два манигрифа и Налкувер, они были прокляты Нарадой, моим преданным, и сейчас я должен исполнить это проклятие Нарады, и вот он пошел. Он полз, но ему тяжело было ходить, поскольку он был привязан к этому удукалу, и он тогда полз как-то до этих двух деревьев и хотел пройти между ними. And automatically, if there's small gapping, automatically udukal becomes stuck up. Этот удукал застрял между деревьями, а Гопал был очень мал. И Гопал как пытался вырваться, и эти два дерева сломались и упали и издали такой сильный звук. И враджаваси начали беспокоиться, откуда такой звук, вроде грома, молнии нет, какой, погода хорошая, то есть нет, ни грома, ни молнии, что-то случилось, может, и они думали, что случилось, и вот они, когда увидели Кришну там, они обрадовались, что он жив, он чуть не умер. И Нандабаба спрашивает: «О, дети, вы видели, что случилось с Гопалом?
So that these two, что эти два дерева упали, такие старые деревья, как они сломались, как его причина. Эти мальчики сказали, это Кришна, он хотел пролезть между ними и сломал их. Да, сломал, как это, да, мы видели, он так, он маленький, как он может таких два здоровых дерева сломать, ему уже тысячи лет. Yes. Он не поверил, но он сказал, да. And two men, very prince, like prince, coming out of the two teeth and praying in front of. И два человека, подобные принцам, они начали возносить молитвы этому Гопалу. Yes, we said, we have seen. Нет, что вы говорите? Нет, мы видели своими глазами. Нет, не может быть, нет, мы видели. Because out of. Поскольку из-за своей любви и родительского чувства Яшода и Нандабаба не хотят понимать это, что Кришна – Верховный Господь. Они думают, что и Гопал очень маленький, пьет грудное молоко, откуда у него столько силы, чтобы сломать эти два тысячелетних дерева. И таким образом Нандабаба, он… Out of them, Nalkubir Manakrit coming out. Krishna Krishna Mahayogin Stavadhyo Purushopara Bhakta Bhakta Midam Vishvam Rupam Te Brahmana Vidu. Hey Krishna, Hey Krishna. Why two Krishna? What are you saying? Молитвы, и почему вот в их молитвах два раза Кришна повторяется, поскольку их двое. Who? Nalkubir? Манигриф и Налкувер. И поэтому они говорят Кришна, Кришна два раза. Вселенская форма, это ты, и таттагьяни говорят, это твоя форма. Тасми тубьям Бхагавате Васудевайо Ведхасе Атмаддата Гуначанна Махимне Брахмане Нама. Хе Брахма Парабрахма Паратпара Килешвар, Тасми тубьям Нама, Килешвар. Because you are Бхагаван, Бхагаван yourself, Васудев. Бхагаван, ты Васудев. Васудевайо Ведхасе. You also Васудев. Ты тоже Васудев. Мы знаем, мы осознали это, поскольку ты пребываешь в сердце каждого. И ты пребываешь в сердце каждого, и поэтому никто не может сравниться с твоим влиянием. Your power, твоя сила, никто не может сравниться с ней. Но ты пребываешь в сердце каждого живого существа, но никто не может осознать это. Атмаддото гунашчанно махимне брахмане намаха. You know, after there are so many sloka, yasya avatara jayante sarireshu asarina, toistvair tullati sayair birjayair, Дехишу асангат асангатой, намо парама кальяно, намаха парама мангала, Васудевайо сантайо, ядунам патае нама, а ядупати нама, намо парама кальяно. You are the source of all goodness. Ты источник всего благого. Намо парама кальяно, намо парама мангала, кальяно мангала. Васудевайо сантайо ядунам патае. You are Васудев. Ты Васудев, пребывающий в сердце каждого. И ты лучше, ты подобен бриллианту в династии Яду. So we know everything. Now Namo, after that you are praying this way, after that,
The Skubarat Major singing more glories and speaking. Они начали возносить молитвы дальше. You too, your servant returns. Что ты знаешь, что мы? I have done mistake. Please. Мы оба твои вечные слуги. Мы совершили ошибку. No, humans, tavanu charo kinnaro, darshanam no bhagavata rishir asid anugraha. It is because Narad ji giving cards. Otherwise, who is going to take this opportunity to see you, watch you? Из-за проклятия Нарады, иначе как возможно, чтобы мы получили твой даршан? Хастуча кармасу манахастава падьюрна Сметвам сирахастава ниваса жагат Жагат пранаме дришти сватам дарсаниасту бхагаваттанунам Бани гунану катане сабану катаям. Мы хотим занять нашу речь в прославлении Верховного Господа. И наши уши. Бани катан, бани гунану катане сабану катаям. This ear. Мы хотим занять в слушании Твоей славы. Эти руки. Манахастава падьюрна. And his mind I like to engage in. И ум мы все хотим занять в служении Тебе. И мы хотим кланяться Тебе нашими головами. И поэтому мы очень удачливы. И таким образом они возносят молитвы. Налкувер и Маникрив. That's why Bhagavan speaking, you know. Bhagavan говорит. Sadhunam samajityanam matved matkritatmanam. So sadhunam samajityanam sutram matkritatmanam darsanam nubhavet bandho pungso arkho savituri jata. Don't think that those sadhu become very angry. Не думайте, что эти сады будут гневаться, что... У них есть какая-то корысть, нет. Sadhu, поскольку те саду, у них они беспристрастны, у них нет никакой пристрастности. Поскольку они всегда любят меня. Кришна говорит, саду, они беспристрастны из-за того, что любят меня. И поэтому... Даршанамну бхавит бандху, whenever we can see a sadhu, когда бы мы не видели саду, сразу же мы можем избавиться от наших материальных привязанностей. Like when sun rises, подобно тому, как солнце восходит, мы можем видеть все, 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 как оно есть, четко и ясно. We can see everything. Мы можем видеть все. Даршанамну бхавит бандху, пунс, аркхо савитру жаса. Подобно тому, как солнце, когда оно восходит, все проблемы уходят. И таким образом, саду, у них нет никаких корыстных этих, желаний. И вот в 11 главе я говорил, что когда эти два дерева сломались, упали, то Нанда и Шода, когда они пришли, увидели эти лежачие деревья. И не зная, почему они упали, то Нанда и Шода, они начали спрашивать, что случилось. Somebody speaking sad. Кто-то говорит так, кто-то по-другому. And those small gopal boys, маленькие пастушки говорят, что это ваш сын, это он сломал их. Нет, не можем поверить, как это. И следующее. Саматмажам билакканандо прахасад бадано бимучо бимучо.
When you know Ulukal, you know pulling, когда... and this problem created, and this way breaking the trees, two trees, and now there are two jivatma going out of body. They are praying in front of Krishna. И вот эти все две души, когда он сломал деревья, они начали возносить молитвы. И вот так Дамодар Лила так случилось. И также иногда Гопал находится в комнате, иногда какие-то женщины, там была женщина, которая продавала цветы и фрукты. Coming in front of room, она пришла. Кринихи гопалани срутва. Ну, в их дом начала предлагать свои фрукты и цветы. Фалати данна мадайо джажоу сарва фалапрада. Then Gopal coming up, give me пошел, говорит, давай, мне нужны фрукты. А что он хотел взамен? Принял зерна в своих маленьких ручках. И эта женщина, продающая фрукты, она была очень довольна. То есть сначала она пришла, она хотела обнять Гопала, но Гопал принес and in lieu in return giving ладошка, зерно и save, you know, Sanskrit also save, we say save means apple, apple and you know orange, ну и фрукты, фрукты взял, you know, fruits we have to take this way. And for, you know, we are selling fruits, his finding his hand is very small. No, no, we just to зерно мало очень принес, но что делать? Отдал ей это зерно и забрал фрукты. И через какое-то время эта торговка фруктами, она увидела, пришла домой, увидела, что вместо зерна драгоценности, поскольку Гопал дал какое-то зерно, а когда она вернулась домой, она увидела, что это зерно превратилось в драгоценности. И таким образом Гопал его благословил. И show those Brajavasis, they took decision to leave this place and go to some other place. И вот Брадживаси, в общем, решили уйти в другое место из-за того, что тут постоянно случаются какие-то проблемы, им это надоело, и решили уйти куда-то в более безопасное место. И вот под руководством Нанды Упананды Махананды они решили уйти из этого Гакула во Вриндаван. И Нанда Баба и прочие, они младшие были, они спрашивают, а где же Вриндаван, как он выглядит? Then it is written, и описывается, that they are all coming, они все пошли, пошли со всеми коровами, телятами, своей собственностью на этих тележках. Coming where? Going to Vrindavan. Они where is поехали crossing the river? Во Вриндаван. Because this side of river is Gokul. Пошел с этой стороны. Лохаван, Гокул. Лохаван, Гокул. All there. Now Godhanani Puraskrito Sringani Apuriyo Sarvatah Turjo Ghosena Mahata Jaju Saha Purastriya. This way, you see. Vrindavanam sampravishya sarvakala sukhavaham. The senior Gopal, they are speaking, вот, Vrindavan, very nice place. We can get sufficient grazing field there, Jamuna, и Вриндаван нам начал рассказывать, что Вриндаван очень прекрасное место, там Ямуна, там много травы для коров и прочее, поэтому давай переплывем через Ямуну и... Татру чакчур брижавасам сакатуир арда чандрабат. They all entering Vrindavan. Вот они все пошли во Вриндаван и house. They all making one heart. First of all, because after that they
Они построили какие-то такие шалаши на какое-то время из глины. И вот в центре был дом Нанды Махараджа, на полукруге остальные их дома. Like half, you know, half moon, they make you know, half round. Ah, Vrindavanam, Govardhanam, Jamuna, Purirani, Cha, Bhikshasit, Uttama, Priti, Rama, Madhava, Yoranipa. Итак, ребята, Рам, значит, Баларам и Мадов, они были очень счастливы, видя естественную красоту Вриндавана. Вриндаванам, Говардханам, Джамуна, Пулинани, Ча, Бикшашит, Уттама, Прити, Рама, Мадава, Йорнипов. Хе, Раджан, о, царь, это... Гопал, Кришна и Баларам, они очень счастливы, поскольку видели эту естественную красоту Вриндавана. Эвам Браджаукасам Притим Джачанту Бала Чаштитой. И таким образом, они были маленькие, и они очень являли различные лилы, и они радовали Браджаваси. Эвам Браджаукасам Притим Джачанту Бала Чаштитой Балакой Са Капален Савац Батсапалу Бабубату. Ивам Браджаукасам Притим Ячанту Бала Чаштитой. While they are playing, playing and playing, playing and playing, they gradually go up. Then someday, Ivam Braja-Ukasam Pritim, Braja-Chanto, they are giving full satisfaction to Braja-Vasi, Bala-Chastute, out of their Bal-Lila, and Bikshashit Uttama Pritim. Gradually, they are getting nice, you know, attraction, love for Vrindavan, Bikshashit Uttama Pritim, Rama Madhavir Nipo. Ram Mani Balram and you know Krishna, they become very, very happy. This way actually they are playing going on, Leela going on. Sometime we can see those Brajavasis, they are fighting, bull fighting, you know. They are, you know, crawling and sweet. Nay, let us fight. We also run in child. Two friends, yes, with head fighting. This way actually we can remember all. Actually, in the whole world, in на самом деле во всем мире any kind of playing, любые игры, которые baseball, есть, or, you know, any kind of cricket, anything, all done это by все Krishna. Изначально Кришна было yes. сделано. Вы смеетесь, or не можете поверить, но на самом деле все изначально исходит из Кришны. All, you know, Dangoli volley. Very nice. One kind of playing. One, you know, small piece of wood. This Krishna playing this way. То есть Кришна являл различные игры, и то, что можно найти в этом мире, все так или иначе из Кришна было первоначально сделано. И вот потом Бакасуру, Бакапури, Бакалпу, у нас есть брат Боги, он же живет в том месте. Матура, от Матхуры по пути к Гавардхану есть два пути. Один через Шантаникунду, а второй до Радакунды. Я говорю о первом пути, который на хайвее находится. Через Шантаникунду, и там Бакалпур есть, и там дом Бакасура есть. Деревня Путаны называется вот так. Арингау, Ариштасур. Место, которое связано с участниками Кришна-лила.
where Loknath Goswami doing bhajan. Kaira, Khaira. Khadirvan. Bhujavasi, when Agasur going to take her, they crying, Khairo, Khairo, Khairo. Он хотел их съесть, то они начали кричать Khaira, Khaira, что и в честь этого это место назвали так. Все имена деревней во Враже, они все имеют свое значение. To break all, you know, Brajadam, that place, we go in forest. Paramadura, different kind of name, you know, Budhevadri, different kind of name. Ta, hundreds of names, you see, different village. Different name. Bijwari, you cannot understand that place. Where Akuru came, где Акура появился, и Кришна хотел уйти уже, подобно молнии, в Раджа-гопи они упали там. Различные имена в честь этого места получили. И все они имеют какую-то причину за своим именем. И вот Бакасур и Агасур, я хочу подробно о них рассказать, но времени... Мало. It's very dangerous for me, but to, I cannot keep track. Anyway, I like to finish today. На сегодня конец или завтрашнего дня? 12 chapter actually. 12 глава. 12 chapter I can. Bhaje bhaje kamandanam samasta pap khandanam. Bhaje bhaje kamandanam. Samastapapkhandanam Vanchakalpadusikvasindhubhavishva Patitanam pavanibhu Vaishnabhyo namo namah